Площадки для твердых бытовых отходов преобразились. Предприятие ДЭС ЖКУ обслуживает 230 объектов. Ежедневно происходит ремонт контейнеров, где это необходимо. 130 емкостей уже заменены на новые. Но это только начало. Подробности расскажет Татьяна Костанда. Все площадки округа полностью обновятся. Так запланировано в программе предприятия ДЭС ЖКУ по замене емкостей. Новые контейнеры пластиковые, они более легкие и не нуждаются в покраске. Но простой житель города Владимир Батов прежде всего замечает внешние преобразования. Бачки стали красивее, опрятнее, меньше запахов стало, компактнее, удобнее. В лучшую сторону заметили, вообще просто радует глаз. Замена колес, устранение граффити – такие работы ДЭС ЖКУ проводят по всему округу ежедневно. Все 230 контейнерных площадок постоянно требуют внимания. Сами контейнерные площадки, они при замене будут совершенно иметь другой вид, эстетичный, красивый. И, естественно, очень хотелось бы попросить жителей городского округа бережно относиться к тому имуществу, которое мы сейчас производим замену, потому что само содержание контейнерной площадки и внешний вид, он, естественно, влияет на чистоту именно в городе. Помимо обновлений, особое внимание уделяется уборке ежедневно до 8 утра и после каждого вывоза мусора. В летний период контейнерные площадки обрабатываются дезинфицирующим составом каждые 10 дней. Татьяна Костанда, Валерий Алексеев, Сергей Гвоздев, служба новостей.